Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Глядзіце ў гэтым выпуску. Новае аддзяленне і тэхніка. Галіна аховы здароўя Гомельскай вобласці падвяла вынікі работы ў мінулым годзе. «Мая Беларусь» – агульнарэспубліканскі сервіс аб'яднае кол-цэнтры і інтэрнэт-партал «Мой горад» на платформе 115.бел. На варце правапарадку аддзел унутраных справ адміністрацыі Навабелецкага района Гомеля прызнаны лепшым у краіне. Прыгожая і вытанчаная ў карціннай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі адкрылася выстава жывых экзатычных матылькоў. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Да заканчэння тэрміну абарачэння чэка ў маёмасць засталося менш як 5 месяцаў. Парадак іх абмену на акцыі прадпрыемстваў наступны. Спачатку трэба звярнуцца ў падраздзяленне Беларусбанка, якое выконвае гэтую аперацыю. Там азнаёміцца з пералікам таварыстваў, акцыі якіх прапануюцца да абмену на чэкі маёмасць і зрабіць свой выбар. З сабой неабходна мець пашпарт грамадзяніна Беларусі і сертыфікат на чэкі. Дарэчы, вярнуць абмененыя на акцыі чэкі нельга, таму спецыялісты рекомендуюць уважліва ознайоміцца з вынікамі фінансава-гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў. Гэта можна зрабіць на сайце адзінага партала фінансавага рынку. Адкрыццё новых аддзяленняў і ўстаноў аховы здароўя, у тым ліку абласной дзіцячай бальніцы, паляпшэнне тэхнічнай аснашчанасці і ўкараненне сучасных методыкі тэхналогіі. Галіна аховы здароўя Гомельскай вобласці падвяла вынікі работы ў 2018 годзе. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Марына Джалая. Па асноўных медыцынскіх і дэмаграфічных паказчыках Гомельская вобласць займае трэцяе месца сярод рэгіёнаў краіны. Дзіцячая смяротнасць стала меншай на 20%. Актыўна вядзецца работа па павышэнні якасці і даступнасці медабслугоўвання, у тым ліку на першасным узроўні. Пашыраецца інстытут урачоў агульнай практыкі. Зараз у вобласці вага такіх спецыялістаў сярод участковых тэрапеўтаў больш як 71% пры мэтавым паказчыку 55%. Працяг гэтай работы – патрабаванне часу. Нужно идти по развитию врача общей практики. Это, наверное, на современном этапе направление, которое нужно реализовывать, поскольку подготовка таких кадров даст возможность прежде всего приблизить оказание медицинской помощи, доступность медицинской помощи на первичном звене, ну и в отдаленных населенных пунктах. Здоровье населения – это одна из основных, основополагающих факторов социально-экономического благополучия. И в этой связи вот благодаря этому контролю и такому вниманию, и прежде всего председателя Гомельского областного исполнительного комитета, это Владимира Андреевича Дворника, его заинтересованность в развитии материально-технической базы, как вы сказали, его заинтересованность и контроль профилактической направленности отрасли, его заинтересованность в организации медицинской помощи способствовали тому, что на протяжении ряда лет достигнута стабильность основных медико-демографических показателей здоровья населения Гомельской области. Хваробы сістэмы кровазвароту – адна з галоўных прычын смяротнасці людзей па ўсім свеце. Таму асаблівая ўвага гэтаму накірунку. Гомельскія кардыохірургі на дадзены момант асвоілі амаль увесь спектр аператыўных умяшальніцтваў. На трэць узрасла колькасць аперацій на адкрытым сэрце. Дзякуючы новаму абсталяванню, дыагностыка стала яшчэ больш эфектыўнай. Як вынік, смяротнасць ад хвароб сістэмы кровазвароту сярод працаздольнага насельніцтва знізілася амаль на 5%. У перспектыве пашырэння сеткі спецыялізаваных кардыалагічных цэнтраў. Хутка ў Мазырскай цэнтральнай гарадской бальніцы адкрыецца міжраённы ангіяграфічны кабінет. На сегодняшний день проведены строительно-монтажные работы в Мозыре. Вот буквально сегодня осуществляется поднятие ангиографа и будет его инсталляция. А перспективой 2019 года открытие полноценного межрайонного кардиологического интервенционного центра. Крайне необходим такой же межрайонный центр в Жлобине для того, чтобы приблизить специализированную кардиологическую помощь, такую, которую имеют, приближенно имеют жители города Гомеля. Сярод прыярытэтаў галіны аховы здароўя в области на 2019 год – паляпшэнне сістэмы першаснай і спецыялізаванай дапамогі, а таксама удасканаленне контролю за аказанне медыцынскіх паслуг у вогуле. Найболее значимым элементам развіцця сістэмы ў 2019 году абазначыў создание отдела качества оказания медицинской помощи с 1 марта 2019 года на базе учреждения Гомельская областная МРЭК.
что в первую очередь направлено на системный подход к экспертизе и оценке качества медицинской помощи во всех организациях системы здравоохранения Гомельской области и в целом Республики Беларусь. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Грип, парагрип, аденовирусы. У Гомельской области регистрируется подъем на сезонные захворывания. 70% захворелых – дети во возрасте от 5 до 14 годов. У опошний тыдень на повеличение колькости зворотов у медустановы поуплывало потепление. Сырое надворье и вирусом у вильготным поветре распаусюдживаться больше легко. Тому зараз самая головная – профилактика. Она заключается у индивидуальной гигиене, позбягании шматлюдных мест и контакту с хворыми, проветривание помешканий, выкрыстание при необходимости охонных масок. Что до грипу, то в этом сезоне циркулируют штаммы А и Б. Миновито от них прищепляли у осень. В сезонном подъеме заболеваемости ОРИ и гриппом чисто гриппозные заболевания составляют от 17 до 23%. И параллельно с гриппом также циркулируют и другие воздушно-капельные острые респираторные инфекции. Доминирующие занимает аденовирусная, парагрипп, респираторно-синцитиальный грипп и так далее. Про пытание жилево-коммунального характера можно поведомить у один клик або у один звонок. Проблему треба просто сфотографовать и выкласти у интернет-портал «Мой город», открытый на сайте 115.бел. Такий виртуальный диалог помеж насельництвом и жилево-коммунальной господаркой стал звыклым уже для сотни городов Беларуси. Усе заявки виртуальные и телефонные приходят у диспетчерские службы. Яны працуют амаль у 130 городах краины. Только Гомель штодня прымае 50 заявок на портале и каля 500 по телефоне. Сярод активных карыстальнікаў у сетцы больш як 80 тысяч гамельчан. Сайт у областным центре працуе прыкладна паўгода. За гэты час вырашылі амаль 200 тысяч проблем. У планах удасканаліць систему. Напрыклад, дадаць опцию, при якой заказаць спецыяліста для вырашэння праблемы, люди змогуць у зручны для сябе час. Акрамя таго, кол-центр і интернет-портал «Мой город» на базе 115 15.бел у ближайший час объединяют республиканский сервис под названием «Моя Беларусь». И он будет доступен жихарам усіх областных центров. Минчане, как модератор этого сайта, пообещали в текущем году подключить нам Viber-чат. Это программное приложение Viber, где каждый гражданин при возникновении какого-то проблемного вопроса, он вводит туда адрес и сразу же в режиме онлайн приходит сообщение, по какой причине, допустим, там нету горячей воды или холодной, или электроснабжения, когда оно появится. В Минске это уже есть. Вот они обещали на другие областные города это тоже воплотить. Рух по мосте про Прыпець на уезде у Мазыр будет обмежеван для великогрузов с 15 лютого, поведомляя Белта со спасылкой на керавництво предприемства Гомель Аутодар. Мост на автомобильной дорозе Р-131 Калинковичи Мазыр потребует обмежевания руху автотранспорту и снижения нагрузки. Тому максимально допущальная хуткость складе 40 км за годину. Масса автомобилей не повинна будет перевышать 18 тонн. Автотранспорт, який мае полную массу звышно званой, будет рухаться по мосте праз Прыпець на обыходе Мазыра на 153-м километре автодороги Р-31 Бобруйск-Мазыр-Мяжа Украины. Огляд стану моста плануется проводить не радзей, чем раз на месяц. Нагадаем, гэты объект подлягае реконструкции по программе Министерства транспорту и коммуникации Беларуси. 36 тысяч, прикладно столько человек, летось звернулося у органы по праце и занятости Гомельской области за допомогой у працаўладкаванні. Брифинг, присвеченный этой теме, прошел у аблвыканкаме. Большасти, амаль 27,5 тысячам громадян, працоўныя месцы были знойдены. 380 человек атрымали субсидии для открытия уласной справы. Дарэчы, и сёлета лічба будет не меньшей. Плануется, что допомогой у организации бизнесу смогут скористаться каля 400 человек. Сума субсидии складая 11 бюджетов прожиточного минимуму. Частка жыхару региона, якія жадали працаўладкавацца, у минулым годе прайшли перанавучанне у службах занятости. А молодым людям летась активно допомагали с першым працоўным месцам у межах молодежной практики и інших проектов. Пропановали суискальникам и часовую занятость у выгляде громадских работ. Своя роля у пытанні працаўладкавання и за комиссиями по занятости –
створеными у регионе в межах реализации декрету номер 3. Таких комиссий в области 25. З их допомогой, не глядя на непротяглый час работы, працу знайшли 3000 человек. В настоящее время продолжается работа с гражданами, которые являются трудоспособными гражданами и которые включены в базу данных, которые не заняты в экономике Республики Беларусь. Поэтому комиссии, которые созданы в районах, продолжают работу с этими гражданами на предмет оказания им содействия в их трудоустройстве, либо легализации, если они занимаются какого рода экономической деятельностью на территории Республики. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы в феврале месяце, весь февраль, дать возможность этим гражданам подтвердить свою занятость и тем самым быть исключенным из этих списков. Реализация 9 проектов замежной допомоги, допомога беженцам и праца уладкавання молоді. Гомельская областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа подвела выники деятельности в минулым годе. Догляд состарелых по месту жыхарства, навучание насельництва оказанию первой допомоги в отповедности с европейскими стандартами, проведение мероприемства по профилактике распаўсюджвання таких захворваний, как СНИД и туберкулез. Деятельность Белорусского товариства Червоного Крыжа зараз ажыццяўляецца адразу па некалькіх накірунках. Пры гэтым разам са штатнымі супрацоўнікамі актыўны ўдзел у мерапрыемствах прымаюць валанцёры. Падчас пасяджэння прэзідыума абласной арганізацыі агучваюцца сацыяльна значныя праекты, якія рэалізоўваліся ў мінулым годзе. Амаль 600 перасяленцаў атрымалі ваўчары на агульную суму ў 130 тысяч рублёў. Пры гэтым летась за дапамогай звярнуліся грамадзяне 82 краін, у тым ліку Сірыі, Тангалесской республики, Индии, Бангладеш. Открыты кризисный центр для социализации людей, которые опынулись в тяжком житевом становище. На его реконструкцию и оснащение было затрачено амаль 80 тысяч рублей, у тем лику спонсорские сродки. Поширил свою деятельность проект «Няни Червоного Крыжа». Теперь догляд детей-сирот ожитявляется у медицинских установок Гомеля, Мазыра, Речицы и Жлобина. Не застався Червоный Крыж у боку и от процессу допомоги молодым людям, которые ожидают працаулаткаваць на территории в области. Оказание содействия в трудоустройстве наиболее уязвимым молодым людям среди мужчин и женщин. Тоже, на наш взгляд, это очень важный момент, когда молодые люди, используя опыт общественных организаций, используя опыт свой жизненный, могут трудоустроиться, найти работу. И это сделано прежде всего для того, чтобы люди не уезжали в поисках работы за территорией области, за территорией страны, а имели возможность легально работать, реализовать себя у себя дома. Отдел внутренних справ администрации Новобелецкого района Гомеля признаны лепшим в Украине. Гоноровое звание коллектив отримал за становчие показчики оперативно-службовой деятельности в 2018 году. Сегодня тут служат 122 супрацовники милиции. Под их обороной находится 69,5 тысяч жихаров Новобелецкого района. Такую высокую отзнаку отдел отримал упершиню и не бесподставно. Анализ оперативной обстановки свечит, что на сегодня момент яна контролюемая. Стабилизовать ситуацию допомогли как профилактичные мероприемства, так и высокая выниковость у раскрытии злочинства. На территории Новобелецкого района в 2018 году было совершено 223 преступления различной категории. 15 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, раскрыты. Хотелось бы отметить весь коллектив Новобелецкого РОВД в достижении положительных результатов. Я считаю, что каждый сотрудник, каждый служащий приложил свои усилия к данному достижению. Сёлета перед супрацовниками Новобелецкого райотдела внутренних справ стоит задача спрацовать как минимум не хорш за 2018 год и нават узнять планку еще выше, каб пероходный приз имя батальона милиции Константина Владимирова застався у Гомеле. До речи, за высокий профессионализм у оперативно-службовой деятельности керавництво управления внутренних справ Гомельского облвыканкама узнагородило отдел особисто. Коллектив отримал у распоряджения новый службовый автомобиль.
У Рэчыцы завершился 7-й фестиваль-конкурс дитячей творчести «Золотая нота» 2019. Сёлета его удельниками стали каля 300 человек. За головный приз – статуэтку «Золотая нота» змагалися каля 100 инструментальных ансамблей с 25 школ мастерства у Гомельской области, а так само 10 вокальных ансамблей и амаль 40 солистов. При этом жюри витало нумары с уделом подтанцовки, які у попередние годы местом проведения фестивалю стала Рэчыцкая дитячая школа мастерствоў. Гэты конкурс проводится раз у 2 года и заўсёды карыстаецца популярностью сярод навучэнцаў и выкладчыкаў. Узрост конкурсантаў от 7 до 15 годов. Для многих юных музыкантов «Золотая нота» стала первым кроком на шляху до творчих олимпов. У нас выступают коллективы малых форм. В основном иногда это даже начинающие коллективы, дуэты детей, дуэт преподаватель-ученик. И победа на этом конкурсе – это мотивация к тому, чтобы заниматься творчеством, мотивация к тому, чтобы заниматься ансамблевым творчеством, ну и, конечно же, уверенность в себе. Документальный фильм «Хто апошні» показали у Центре инклюзивной культуры у Гомелі. Стужка присвечена семейному театру для детей с аутизмом. Мета показу – поделиться опытом работы у инклюзивном осяроде и методологией, якая допомагает у социализации детей с аутизмом. Семейный инклюзив театр и дейничает с 2016 года. У им проводят занятки по хореографии, вокалу, актерским майстерстве. Сред вучняў студии есть дети с диагнозом аутизм. Фільм розповідає об навучальним і театральним процесі, об побудові довірливої творчої атмосфери. Кожний юний актер може прийняти удел у постановці спектакля. К нам стали обращаться в зоотерапії, по сарафанному радіо, родители з дітьми з различными поведенческими реакциями. Ну і тоді не говорили ми о том, это аутизм или нет. Ми своє діло знали. Да, и поэтому вот потихонечку, то есть так получилось, что к нам привели первых детей с аутизмом, мы доучивались. Мы, ну, как может человек, которому обратились за помощью, сказать, нет, мы не будем, да? К нам же обратились за профессией, попросили в хореографический класс пойти на актерское мастерство. Кінапаказ завершився дискусією з авторами фільма. Мероприємство стало першим у серії адукаційних зустріч «Світ розний», які пройдуть у інших обласних центрах. Самых пригожих и вытонченных насекомых можно убачить у картинной галереи Гаврила Ващенки. Там открылась выстава живых экзотичных мотыльков. Для крылатых пригожунь необходим специальный климат. У помешканні подтримливается температура у 25 градусов и вильготность поветра 80%. Соправдный тропичный рай. Житё мотылька недолговечное, от нескольких годин до пары тыдняв. Тому экспозиция постоянно обновляется. Насекомых привозят у Гомель с фермы, якая знаходится у России. Коконы размещаются у выставочной зале у инсектарии. Тому наведвальники выставы могут назирать за метаморфозами, перетворением ляльки у мотылька. В экспозиции представлены десятки видов крылатых прихожунь с Паўднёва-Усходней Азии, Африки, Австралии, Паўднёвой и Центральной Америки. Гэтые деликатные створения увасабляют безмежную фантазию природы, якая адлюстрована у малюнках их крылов. Яркие фарбы, легкость и бесклопотность мотыльков на об недолговечности и прихожости. Эта выставка будет интересна и взрослым, и детям. Во-первых, можно узнать очень много информации про каждую из бабочек. Можно нарисовать свою любимую бабочку и унести с собой. Можно сфотографироваться. Детям можно посмотреть уникальный фильм о происхождении бабочки, о породах бабочки, какие они есть. Ну и, конечно, потрясающая релаксация для каждого человека. Опынуться у тропиках и полюбоваться летающими кветками можно до 3 соковика. Двое закаханных по одним билетам. Такий подарунок до Дня Святого Валентина подрихтовал Гомельский Аблдрамтеатр. Акция будет дейничать на протягу 3 дней. Трапить на спектакль за половину кошту можно 13, 15 и 16 лютого. Гомельские актеры покажут у гэтые дни 3 постановки – «Жаночее счастье», «Мужчинам уваход заборонены» и «Женихи». Перший день финального этапа республиканских спаборництва у сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер» принес медали у скарбонку Гомельской области. Обедве узнагороды завоеваны представниками старейшей узростовой группы. Дарья Товарницкая финишовала другой на дистанции 3 километры. Або два огнявые рубежи она прошла без промахов. Перемогла минчанка Мария Гнетчик. Чисто стрелял и Денис Ярмоленко. Однако на лыжне представник Гомельского региона показал только 3-й час.
Пераможцы Глебу Блізнякову з Магілёўскай вобласці ён саступіў 12,5 секунд. Працягнуцца спаборніцтвы ў Раўбічах у нядзелю. Спартсмены выйдуць на старт змешанай эстафеты. Вызначылі лепшых у рукапашным баі. У Гомелі завяршыўся чэмпіянат вобласці па гэтаму віду спорту сярод праваахоўных і сілавых ведамстваў. Ён праходзіў на базе спорттаварыства «Дынама». Вераніка Гамзюкова ведае падрабязнасці. Чэмпіянат – знакавая падзея для праваахоўных ведамстваў. З гэтага года колькасць удзельнікаў павялічана ў некалькі разоў. Раней паміж сабой змагаліся 10 каманд. У гэты раз цэнтр «Дынама» прыняў 78 дружын і больш як 150 спартсменаў. Шанс на перамогу атрымалі ўсе праваахоўныя сілавыя структуры рэгіёна. Акрамя таго, у гэтым годзе чэмпіянат праходзіць па новых правілах. Байцам забаронена наносіць удары ў захопе, а таксама нельга біць каленам і локцем. Данный чэмпіянат праводзіцца як у новым фармаце, поэтому здесь прагнозы очень сложно, потому что много новых лиц, которые, соответственно, могут побороться за наивысшие места с теми людьми, которые уже имеют профессиональный опыт. Кожнае ведамства прадстаўляе каманда з двух чалавек. Дмітрый Сіваков выступае за атрад міліцыі асаблівага прызначэння. Ён прафесійны спартсмен. У мінулым годзе стаў пераможцам рэспубліканскага чэмпіянату Міністэрства ўнутраных спраў, галоўнага першынства спарттаварыства «Дынама» і чэмпіянату па рукапашным баі сярод байцоў пад раздзяленнем АМАПа. Здесь сотрудники маладыя, я іх первый раз вижу. Ну, конечно, настраиваюся на всех, конечно, всегда, потому что не знаешь, как пойдет бой. Можно и новичку проиграть. Дарэчы, гамяльчане заўсёды выступаюць на досыць высокім узроўні. Ужо не раз прадстаўнікі нашай вобласці станавіліся пераможцамі і прызёрамі чэмпіянату Міністэрства ўнутраных спраў. Наши спортсмены занимали ранее и были чемпионами Министерства внутренних дел, были призерами чемпионата Министерства внутренних дел, а также были призерами чемпионата Белорусского физкультурно-спортивного общества. Также участвуют на чемпионате мира, Европы на различных видах соревнований, в том числе и панкратион. Пераможцы гэтага турніра паедуць на чэмпіянат Рэспублікі Беларусь, які пройдзе ў сакавіку. Па яго выніках лепшыя байцы атрымаюць пуцёўку на чэмпіянат свету сярод паліцэйскіх. Вераніка Гамзюкова, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Плённых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.